А в Димитровграде прошли торжества, посвященные памяти преподобного исповедника Гавриила Меликесского. Состоялся молебен и большой крестный ход от храма Георгия Победоносца до Свято-Никольской церкви. На территории храма Георгия Победоносца в 13:00 преосвященнейшим владыкой Диодором был совершен молебен. На молебне, среди прочих, присутствовали архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний, глава города Димитровграда Алексей Михайлович Кашаев, глава администрации города Вячеслав Геннадьевич Гнутов, первый заместитель главы администрации города Михаил Романович Синюта. Дорогие мои, всех вас поздравляю с праздником, желаю вам доброго здоровья и много духовных благ по молитвам нашего преподобного исповедника Гавриила. Сейчас мы с вами совершим крестный ход. Крестный ход – это особый вид богослужения и особый вид молитвы и духовного подвига. Когда вы сейчас будете идти за ковчегом святых мощей, то постарайтесь мысленно славить Бога, мысленно благодарить Его за все Его благодеяния, мысленно обращаться к святому Гавриилу со своими просьбами. И тогда действительно этот духовный подвиг, ради которого все мы здесь собрались, он состоится. Желаю вам всем помощи Божьей. Храни всех Господь на многое и благое лето. Маршрут протяженностью в 7 километров лежал от храма святого Георгия Победоносца в Созгороде до Свято-Никольского храма в старой части города Димитровграда, где покоятся мощи святого. В этот радостный день, по молитвам горожан, Господь наградил нас хорошей солнечной погодой. Тучи, обступившие город со всех сторон, разошлись, и солнце сопровождало молящихся на протяжении всего пути. Несмотря на будний день, крестный ход прошел при значительном стечении народа. Присутствовали организованные колонны студентов высших учебных заведений и техникумов. По пути следования вся колонна дружно исполняла каноны и молитву святому заступнику. Главной святыней крестного хода стал ковчег с десницами преподобного исповедника Гавриила, архимандрита в Созгороде, до Свято-Никольского храма в старой части города Димитровграда, где покоятся мощи святого. В этот радостный день, по молитвам горожан, Господь наградил нас хорошей солнечной, вступившей город со всех сторон погодой. Тучи, солнце сопровождало молящих, сторон разошлись из епархии.